Всем привет! Меня зовут Александр. Специально для канала о растениях я проведу экскурсию по своему участку, на котором я провожу эксперименты по пермакультурному земледелию. Для начала пройдемся по саду. Я покажу, что я с ним сделал и какие результаты это дало. Значит, предыстория этого сада. Сад был посажен моим отцом где-то 30-35 лет назад. Ну, еще в период, когда я родился. Вот. И в течение этого времени им никто не занимался. То есть сад рос как хотел, никто ничем не обрабатывал. Ну, он какое-то время давал урожай. Но постепенно это все сошло на нет, заросло сухими ветками. Деревья разрослись, как сами того захотели, покрылись лишайниками, мхами. Ну и он перестал давать нормальный урожай. Вот начнем, пожалуй, с вишен. Ну, это первая стадия обрезки вишни, она была очень высокая, было большое количество сухих веток. Вот я, на этой стадии я убрал все сухие ветки и немножко укоротил ее высоту. Выглядит, конечно, пока что не очень примечательно, но здесь есть вот такие вот хорошие знаки. Попросыпались почки. Вот. Дальше мы потом оставим эту ветку как скелетную, пустим ее в сторону. И все ветки, которые выше, мы обрежем. И получится сформировать такую неплохую крону. Это обычная вишня, самая простая наша распространенная украинская вишня. Хороший материал для того, чтобы на нее можно было прививать уже остальные разные виды, там черешню, шпанку и все косточковые, которые подходят к ней. Это первая стадия. На этой первой стадии пока что были удалены все сухие ветки и немножко снижена крона. Ну а вишни немножко рассказали, пойдем дальше. Пойдем к яблоне. Это яблоня, сорт, название сорта мне неизвестно. Вот. Но она была также обрезана практически полностью. Здесь в прошлом году я делал две прививки. Прививка Легольд, которая вот очень хорошо прижилась. И сейчас ветка уже весит довольно-таки много, она вниз пошла. И сорт Delicious. Вот. Он тоже хорошо пошел в рост. Ну и, соответственно, сами побеги этой же яблони, которой, собственно, и корень. Таким образом, это дерево спустя 3 года я сформирую в нормальную крону, сделаю крону чашу, она будет невысокого роста, и все яблоки, все плоды будут в легкой доступности прямо с земли, без всяких лестниц, без стремянок, без подставок там под себя. Так, о яблоне немножко рассказал. Ну, в течение нескольких лет, я думаю, найдется время для того, чтобы снять, как будет развиваться вот формировка этого дерева. И вы увидите результат в итоге. Вот. Дальше у меня есть здесь абрикос, который был обрезан по методу полностью все. Обрезал практически до пенька. Поскольку здесь высота этого абрикоса была уже выше 15 метров, соответственно, абрикосы собрать с него было невозможно. Они падали, разбивались, и, ну, в общем, здесь они все и остались. После такой обрезки она выпустила спящие почки и потихоньку начинает восстанавливаться. В течение 3 лет можно сформировать на вот этом могучем стволе, можно сформировать низкое и довольно плодородное дерево, то есть с которого можно будет снять уже большой хороший урожай. Подошли мы до следующей абрикосы, которая была тоже обрезана полностью под самый пенек. Здесь результат просто превосходный. Она дала очень много побегов со спящих почек. Вот. И довольно быстро начала восстанавливаться. С чем это связано, сложно сказать. Может, здесь почва лучше, может, здесь больше собирается влаги. И она вот дает вот такие вот могучие побеги. Следующей весной будут обрезаны все лишние побеги, останутся только скелетные ветки. И будем уже формировать здесь хорошую крону. Вот. Также еще нужно сказать, что участок находится на возвышенности. Это практически самая верхняя точка в нашем селе. И здесь до первой воды 25 метров. То есть с поливом здесь огромные проблемы. А до второй воды 64. Вот у меня соседка била скважину.
64 метра получилось. Соответственно, ну, я здесь не делал никакой скважины. Это дорого, это, ну, здесь электричества нету. В общем, полив здесь естественный. И благодаря вот этому травяному покрову, который я сохраняю здесь в течение всего года, здесь сохраняется влага. Вот. Ну и, соответственно, травяной покров, он является также и медоносным. То есть вот мы имеем здесь донник желтый, на котором работают пчелки. Ну, здесь не видно пчелок, пчелки немножко вот там сзади. Вот. Хотя вот, ну да, вот. Вот пчелки работают, собирают пыльцу, собирают нектар. Также здесь очень много клевера, всякие бобовые, которые являются сидератами, улучшают качество почвы здесь. Соответственно, если здесь сохраняется влага, в этой почве начинается, возрождается жизнь, то есть заселяются микроорганизмы, заселяются здесь калифорнийские черви. Они эту почву перерабатывают, делают более доступной в плане, ну, более рыхлой. Туда попадает воздух, питает корни, развиваются грибы, которые входят в симбиоз со всеми растениями, которые здесь произрастают. И тем самым потихоньку почва становится лучше и лучше с каждым годом. Без всяких удобрений химических, без перекопки, без вспашки. Вот. Затем по осени этот весь травяной покров скашивается и здесь же и оставляется в качестве мульчирующего слоя, который на следующий же год сохраняет влагу, которая останется после зимы, после того, как снег растает. Так, пару слов про яблоню. На моем участке сейчас 4 яблони, которые уже взрослые, которые в принципе способны давать урожай. Они в прошлом году еще были заросшие настолько, что вообще не было просвета через них. Этой весной я сделал обрезку омолаживающую. И как видим, результаты, ну вот, например, ветка, да, она полностью усеяна вся яблоками. Это ранний сорт, название я уже не помню. Может, отец помнит, нужно будет спросить. Вот. Но урожай яблок просто колоссальный. А учитывая то, что предыдущие года урожая яблок не было совершенно, то есть ни одного цвела хорошо, а урожая как такового, то есть самих яблок я не видел. Сейчас же картина прямо противоположная. Мало веток, много яблок. Также здесь очень много прикорневых отростков, которые тоже можно использовать, выкапывать, рассаживать, а там дальше смотреть, либо прививать на них другие сорта, либо выращивать эти сорта. В принципе, это ранняя яблоня, которая, ну, она долго не лежит, она хороша на компоты, хороша на варенье и просто для обычного употребления. Вот. Также, учитывая, что это пермакультурный сад, здесь дается шанс любому растению, которое вырастает само по себе. Вот если хорошо присмотреться, здесь природным способом растет маленький дуб. Ему второй год где-то, он с желудя вылез. За 5-6 лет он должен вырасти где-то в мой рост. К тому моменту дерево это уже будет смотреть немножко в другую сторону. И дубу будет достаточно и света, и влаги, скорее всего, будет достаточно. Вот. И он пойдет в рост. Учитывая, что дубы растут, ну, больше 100-200 лет, здесь он и останется. Также основой пермакультуры являются почвы. Вот. Есть два вида земледелия. Это интенсивное земледелие, которым занимаются в основном все фермеры, аграрии, вот поля распахивают. И есть земледелие пермакультурное, то бишь природное. Основывается оно на том, что мы наблюдаем, как все происходит в природе, какие растения друг другу помогают расти, какие не мешают расти друг другу. Вот. И создаем симбиотическую систему у себя на участке. Значит, здесь на открытом участке у меня молодые насаждения. Вот это, например, да, это катальпа, сорт Бунге.
Вот. Несмотря на то, что здесь отсутствует полив, она себя чувствует замечательно. Технология посадки была такая, без разрушения верхнего плодородного слоя. Значит, загоняется лопата, раздвигается слой, туда вставляется саженец и снова закрывается. То есть без перекопки, без съема грунта. Таким образом, мы не разрушили внутреннюю часть земли, в которой уже сформированы и ходы для поступления воздуха, и там живут черви, живут различные микроорганизмы. Мы это все не нарушили. Еще 3 месяца назад вот это маленькое деревце было семечкой. Вот. Семечки любезно предоставлены сайтом Лесосад. Здесь таких катальп, я не помню, наверное, штук 8 у меня высажено. Вот немножко дальше, если пройти, здесь у нас имеется катальпа немножко более высокая. Вот. Это декоративное растение. Вот. А также является хорошим медоносом. Поскольку я занимаюсь пчеловодством, вот, такие растения мне нужны. Они также привлекают насекомых, медоносных пчел, привлекают сколию гигантскую, которая занесена в Красную книгу. Вот. Но удивительно то, что в наших местах начали появляться и животные, и насекомые, которые занесены в Красную книгу. И появляться начали в большом количестве. Вот. Так же, как вот жук-олень, например, во всех городах, во всех регионах Украины говорят, что их уже почти нету, берегите их. А у нас их тьма, очень много. Также за последние 5-6 лет у нас появилось много белок, которых на моей памяти которых не было здесь никогда. Появилась популяция удодов, птиц. Также появились щурки в большом количестве. Ну, в общем, потихоньку бездействие наших людей в селе, то, что люди выезжают, потихоньку налаживается экоструктура, вот, что не может не радовать. Здесь рядом с грядкой, построенной по методу Зеппа Хольцера, на которой сейчас взращиваются всякие сидераты, бобовые растения, на следующий год здесь будет сажаться клубника. Здесь посажены молодые саженцы орехов. Вот этот орех первый, это черный орех. Его я также вырастил из семян сайта Лесосад, за что им огромное спасибо. Вот. Единственное, что из 5 орехов проклюнулся только один. Он хорошо прижился, был посажен больше 2 месяца назад, как мы видим, даже учитывая, что ему немножко не хватает азота по пожелтевшим листьям. В принципе, чувствует он себя очень даже хорошо. И надеюсь, что в течение там, 5-6 лет он уже вырастет в полноценное дерево. Также по этому ряду, ну, все посажено рядами, по этому ряду у нас есть грецкий орех. Один, этот вообще хорошо прижился. Он в этом году он только проклюнулся, реально вылез, маленький был. Ну. А дальше, ну, дальше у меня сплошные грецкие орехи. Вот. Вот этот грецкий орех вырос из семечки, которая, ну, или белка потеряла на огороде, или, может, ворона принесла. Просто он валялся у меня на грядке и пророс. Ну, пророс, дадим ему хороший шанс вырасти в полноценное дерево на этом участке. Также дальше вот еще один грецкий орех имеется, который... по-моему, был выращен мной из семечки. Я уже как бы не помню, где какой. Но сам факт, что орехи хорошо приживаются по этому методу. И неплохо довольно-таки себя чувствуют даже без полива. Также после маленьких орехов перешли к взрослому ореху. Это грецкий орех. Ну, сорт также неизвестен, поскольку сажался давно, откуда взялся саженец, непонятно. Вот. Но, в принципе, этот орех, ему уже 20 лет, он исправно урожает каждый год. Орехов немного, но они тонкокорые, вкусные. Вот. Часть орехов, конечно, опадает, но это корм братьям нашим меньшим. Это корм белкам,
корм зайцам, суркам, ну, все, кто здесь живет, вот по соседству в посадке, все здесь и пасутся в течение всей зимы, скажем так. В моем мини-сарайчике, который здесь построен, каждый год я нахожу, вот я разбираю там каждый год все завалы, каждый год я там нахожу кучу разгрызенных косточек с абрикос, кучу скорлупы от орехов. Ну, по всей видимости, там хранят запасы, ну, скорее всего, белки, да, потому что здесь зайцы, например, туда не залезут, белка легко может залезть. Также среди всего травяного покрова легко не заметить, что здесь имеется еще и черная смородина, вот, которая была высажена тем же способом, как и высаживались деревья, просто отгибается часть грунта, туда вставляется саженец и пригибается по новой. Как видим, приживается оно очень даже неплохо, несмотря на всю засушливость этого участка, несмотря на то, что почва здесь очень сложная, почва здесь чернозем, очень такой, очень плотный чернозем. То есть, если, например, когда мы здесь занимались интенсивным земледелием, когда все выкашивалось, перепахивалось, если он высыхал, его очень сложно было разбить там граблями, лопатой, то есть, ну, это были такие комки, ну, как асфальт становилось. При вот таком земледелии, в принципе, вот раз грунт, как видим, руками можно снять. Ну, конечно, он еще не полностью восстановился, здесь не обрабатывается в течение 3-4 где-то лет. Вот, а для нормального восстановления почвы нужно лет 5-7. Но уже результаты, в принципе, неплохие. В принципе, все приживается, все растет само в дальнейшем. То есть, также вот, пример, вот здесь тоже есть земляника. Правда, еще не урожает, еще, наверное, молодая, но земляника есть также. Так, по этому краю участка, среди всего изобилия трав, у меня была высажена павловния. Сорт Шантонг. И, как показала практика, в нашем регионе сорт Шантонг не перезимовывает верхняя часть. Корни перезимовывают нормально. Верхняя часть полностью вымерзает. На домашнем участке в прошлом году я вырастил дерево за сезон 4,5 метра высотой. Учитывая зиму, которая у нас была, когда и минус 25, и минус 26 были температуры, весь ствол полностью вымерз. То есть пошли побеги опять от корня. Соответственно, в нашем регионе сажать такую павловнию не стоит. Конкретно сорт Шантон. Может быть, есть сорта, которые более морозоустойчивые, более адаптированы к нашему климату. Но по моим наблюдениям, сорт Шантонг в Харьковской области растет плохо и не перезимовывает. Рядом с неудавшейся павловнией был высажен крыжовник в прошлом году весной. Учитывая то, что он был с корнями, прижился он очень даже хорошо. Ну, видно, конечно, что ему немного не хватает азота, но этот вопрос решает вот эти растения. Вот. Бобовые, это какой-то дикий горошек, как он называется, мне неизвестно. Вот. Но у бобовых есть одно интересное свойство. На их корнях образуются клубеньки, которые фиксируют азот из воздуха. И при отмирании верхней части по осени, когда верхняя часть отмирает, начинают разлагаться корни. Во-первых, они формируют в почвенном покрове ходы, через которые поступает кислород к корням растений, ну, тех, которые мы хотим здесь, например, вырастить, да? Разлагаются также вот эти клубеньки, которые высвобождают азот, и он становится доступен для наших растений, вот, в том числе и для крыжовника. То есть то, что он сейчас немножко желтый, это как бы ничего страшного. По осени этот куст получит все то, что ему нужно. И на следующий год он будет уже и с урожаем, и будет без недостатка азота. Также в прошлом году мне друг отдал саженец ореха. Ну как отдал? Он у него был там
возле забора вырос там палка 2,5 метра, вот это вот. Он говорит, бери выкапывай. Я выкопал, пересадил сюда, обрезал, и вот, пожалуйста, результат. Результат, по-моему, замечательный. Наросло уже много побегов. То, что он принялся, это как бы ежу ясно, он принялся. Вот. Ну, ждем, когда начнет идти в рост. Также ждем с него урожай. И товарищу Володе большой привет и огромная благодарность за такой саженец. Так, а вот здесь у нас единственный, наверное, нормально прижившийся представитель павловни и шантонг. Но также вот, вот получается побег прошлогодний, он отмерз. И пошли побеги конкретно вот почти от самого корня. Ну, она проживет, скорее всего, всего лишь этот год и также отмерзнет. На следующий год опять будет молодая. Ну, павловня, в принципе, она полезная для почвы. Она также является азотфиксатором. У нее довольно большие листья. Ну, здесь как-то они не такие крупные. Вот у меня дома, например, пошла в рост от корня, побеги пошли. И там листья такие, ну, 40 сантиметров, наверное, в диаметре. Вот. Ну, скажем так, для выращивания на корм скоту, в принципе, пойдет. Потому что они сочные, они большие, и животные их едят с удовольствием. А для выращивания, например, на древесину, я хотел использовать конкретно для выращивания на дерево, потому что, занимаясь пчеловодством, а сейчас, скажем так, доска подорожала, неплохо было бы иметь свою какую-то базу материала. Вот. Но, как видим, не судьба. Павловния у нас не приживается. Ну, по крайней мере, вот этот сорт. Будем смотреть. Ну, в качестве азотфиксатора, в принципе, пусть растет. Очень даже неплохо. Так, на другом конце участка, в этих всех зарослях, в этом году была высажена глядичая трехколючковая. Это живая изгородь в будущем. Тоже, как видим, в принципе, она прижилась неплохо. Это азотфиксатор, бобовое растение. В принципе, довольно быстро растет. В течение 6 лет оно должно подняться уже на высоту там, 8-12 метров. Имеет колючки длиной до 30 сантиметров древесные. На этих колючках живут гнилостные бактерии. То есть для живой изгороди самое оно. Вот. Ну, естественно, желательно за эти колючки не цепляться, потому что потом будет очень сложно эту рану заживить. Вот. Здесь на протяжении всего забора, тут, по-моему, 60 метров, по-моему, или 40 по этой стороне, здесь высажено 18 глядичий, и между глядичиями на другой стороне там высажен пузырник. Это кустарник, который имеет декоративный вид, и... Ну, он также, как для живой изгороди, используется, он ядовитый. Плоды не употребляются в пищу, зато можно употреблять в пищу молодые побеги, а вот они как раз не ядовитые. А все остальное, это плоды, листва и старые побеги, они имеют в себе яд, который вызывает, ну, в общем, недомогание у человека. Также вот хотелось бы показать, как влияет омолаживающая обрезка на дерево яблони. Вот ветка. Здесь видно, что здесь просто нереальное количество яблок. Огромное количество. Даже ее, наверное, подпирать нужно будет. Вот. Ну, надеюсь, что на примере моего участка более-менее понятно, как я веду свою пермакультуру, как я что я здесь пытаюсь сделать. Вот. И видно, что у меня это получается. Также, если, например, кому-то интересна эта тема, пишите комментарии под этим видео, задавайте вопросы. Я, если будет много вопросов, я в дальнейшем смогу подготовить материал по ответам на эти вопросы и добавлю еще что-то от себя, потому что о пермакультуре можно разговаривать сутками напролет.
Также под этим видео будут мои контакты. Если кому-то захочется познакомиться со мной лично, встретиться, пообщаться, я открытый человек, я готов с однодумцами вести диалог, готов показывать, делиться своими знаниями, умениями. Вот. И ну, просто звоните, пишите, подписывайтесь на канал о растениях. Все, всем пока!